Эти кадры попали в наш объектив 2 месяца назад. Тогда Юрий Трутнев приехал в Улан-Удэ проверить подготовку курсантов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Даша была в числе поговоривших с полпредом правительства России. Ждали его приезда, все волновались, ну, все-таки начальство приезжает. А когда он вступил с нами в такой простой диалог, какой-то страх, напряженность, все спали и просто разговаривали как со старшим. Спокойно, без нервов. Тогда Даша со своей командой готовилась к всероссийской военно-спортивной игре «Зорница». На тот момент они уже взяли республиканский этап и в итоге отлично показали себя на первенстве страны. В состязании «Огневой рубеж» мы заняли первое место. И в составе Красной армии на самой игре мы стали победителями. Подготовка началась еще 11 мая. Тогда Центр «Воин» по поручению президента открыл свои двери в Бурятии. А уже сегодня курсанты первого потока получают сертификаты об окончании обучения. Прошли 3-месячную подготовку, 300 студентов. Сегодня мы вручаем нашим выпускникам сертификаты о прохождении обучения. 197 курсантов достойно завершили обучение. Мне очень нравится заниматься военным делом, потому что на дух лежит так. Считаю, патриотизм сейчас в наше время очень важен. Я очень многому научился, когда ходил на эту военную подготовку, нашел новых друзей, познакомился с инструкторами, сроднился уже со всеми, со всей своей компанией, со всеми инструкторами, привязался. Каждый из курсантов прошел 144-часовое обучение. Опытные инструктора дали им основу в огневой, тактической, медицинской подготовках, управлении БПЛА и не только. Они смогут в первую очередь вынести с поля боя любого раненого, оказать первую медицинскую помощь нашей в мирной жизни, всякое может быть, и они могут в любое время оказать хоть кому, хоть что. На этом специалисты Центра «Воин» останавливаться не собираются. 2 октября стартовал второй поток. Новоиспеченные курсанты получат свои сертификаты 31 декабря. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.